Шалом, шалом! И с вами я, Леви Харпатин, молодой спикер платформы Вайкра. И это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Лекари характера. После того, как судебная система Итро, которая была предложена Моше, была воспринята им и Всевышним, то Ашем, Всемогущий, Бог Один, Бог Единый, добавил новую систему. А именно – лечебную систему, потому что для Всевышнего было не только важно, что у нас есть покушать и где нам поспать, для него было невероятно важно, чтобы мы были здоровы, потому что когда еврей здоров, когда у него здоров дух, он может выполнять заповеди в полном объеме. После чего он сказал, да будет у каждого еврея свой лекарь, но если вы болеете, вы можете исполнять заповеди в меньшем объеме, но никогда их не нужно нарушать, потому что вы евреи, народ избранный. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин, спикер платформы Вайкра. Браха вецлаха.